Когда мы согласовали единый перечень домов, у нас получилось так, что один адрес, где будет произведены работы по замене лифта, это Пролетарский проспект, дом 1, он из данного адреса, ну, из данного перечня был утерян временно. Данный документ потом поступил в Совет депутатов, мы с вами рассмотрели данный адрес для проведения работ, согласовали. И теперь нам нужно закрепить депутата, ответственного за проведение данных работ. Основным депутатам предлагаю закрепить Потемкина Анатолия Викторовича и резервным депутатам Кудинову Марину Феликсовну. Если других предложений нет, ставлю вопрос на голосование. Уважаемые депутаты, кто за то, чтобы определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечья Соборова для участия в работе комиссии, осуществляющих открытие работы приема показанных услуг, выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества на квартирных домах, проведение которого обеспечит фонд капитального ремонта на квартирных домах города Москвы в соответствии с приложением. Кто за? Анатолий Викторович, вы тоже можете голосовать. Единогласно.